Можете ли вы представить себя на современном поле боя, имея при себе лишь лук? Вы удивитесь, но вы были не первыми. Пока на Второй мировой все использовали пушки, танки и самолеты, Джон решил прибегнуть к классике, придя на войну со скромным арсеналом из меча, лука и старой волынки. И что еще удивительнее, это некоторые его военные достижения, например, попадание стрелой в немецкого офицера во время отступления британских войск. Выжил и успешно сбежал из двух нацистских концлагерей. Возглавил наступление на территорию врага после игры на Волынке, бросил гранату во вражеский гарнизон, а после он выбежал на поле боя с поднятым мечом. И за все свои подвиги Джона Черчилля наградили 2 военными крестами. А также его навсегда запомнили как Безумный Джек. Он похож на того Лероя, имя которого постоянно выкрикивают люди. А если подумать,